Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в RimWorld. Итак, собственно, мы отбились от осады, жесткой осады. И теперь у нас в заключении, скажем так, в заточении, я бы даже сказал, вот, имеется некий Федон, который сам по себе, ну, такой себе персонаж, конечно. Не лучший, далеко не лучший, он вообще не боевой. Да, не имеет смысла даже развивать его боеспособность, но при этом он вроде как общительный, вроде как лечит. Но он будет такой, знаете, врачом, на базе врачом. Так, почему у нас здесь нет электричества? Даже так, миленько. Так, оно подключило куда надо. Верно, все. Все работает. Так, собирает снова картофанчик. Урожайчик картофанчика есть. Так, по плану. Мы должны сейчас... На самом деле нам нужно дождаться корабль. Кстати, давайте глянем, что у этих экзотиков. Так, драчун. Где ты? Давайте, он как раз сейчас принесет. И сюда его. Он у нас очень общительный. Так, броник мы не отдадим. Так, вот это все дело нахрен. А броник нам нужен. Так, кабан и бак. Вот, собственно, кто нам нахрен не надо. Да, свидосик. Так, что мы получаем? Что-то маловато мы получаем. Ну, ладно. Хорошо, что у вас мы можем взять? Военный шлем из стали за соточку. Нет, спасибо. Скульптуры. Может, и нам начать делать скульптуры? Ёпресете. Вот смотрите, малая скульптура из известняка. Хорошее это, я так понял, качество. 800 бачей. Ядрить, колотить. Где вы еще такое продадите? Это типа развлечение, телек им купить. Прикольно. Так, белки, боже, у них есть белки, серьезно. Это вообще, это боль. Передовая медицина даже есть. Печень, протез ноги, почка. Боже, ребята, вы вообще откуда? Личный щит, ладно, давайте продадим. И фиг с ними, давайте посмотрим, благодаря чему. Стол портного, кузнечный верстак. Вот, скульптор. Довольно дорого, кстати, обходится. Работа скульптора-то, блин. Он у нас будет тратить, я так понимаю, вот эти все ресурсы. Поэтому давайте где-то, наверное, на складе и втулим этот столик. Давайте кого-то сейчас напряжем. У нас там кто-то был артовый очень. Вот, Бен. Бен у нас артовый, ни хрена себе. Вот в чем он нам пригодится. Отлично, так, они там побежали забирать остатки, да, я так понял? Да, тут еще гранаты, металл. А это еще что такое? Пистолет, пулемет который. Пистолет, пулемет. Так, эти все стены. Давайте зоны. Где-то тут было такое. Захватить. Нет, странно. Нам их еще и выделить все нельзя. Ну что ты будешь делать? Приказ, вот, захватить. Вот, вот это все мы захватываем. И разбираем. Мы с этого получим, как-никак, металл. Пусть немного. Но получим. Все, замечательно. Замечательно. Так, у нас вот еще не удалось завербовать. Ну, ничего страшного. Так, сталь, хорошо. У нас еще есть жилочки. Это хорошо. Так, турельки. Торговец экзотикой второй, что ли? Да, второй торговец. Нет, он нам пока что не интересен. Так, ребятки, хватит там натаскивать это все. О, они это все быстренько так разобрали. Охренеть. Шустро вы. Так, снаряды мы где-то вообще уложили. Оружие.
Ближнего, дальнего, мусор, трупы. Это, наверное, где-то в предметах. Искусство, нет, это не то. Материалы, не то. Изделия, снаряды, вот, снаряды сюда. Пусть снаряды там лежат. Мы их продадим, если что, просто. Нам бы оптовика, чтобы парить ему человечину, чтобы она нам тут, собственно, не засоряла. И еще у меня была идейка. Так, заливает. Хреново. Сейчас могут тут взрывы быть всякие. Так, у нас опять хреново туча животных, которые нам мешают. Так, почему мы этого не собрали? Так, кто у нас там разговорчивый драчун? Иди с пиратами, поговори. Федона можно продать за 600. Not bad. Но нет, 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 нет. Так, силовый пуль, бионический глаз, бионическая рука. Охренеть. Они типа улучшают работу организма. Ну, окей, пусть будет. Пусть будет. Так. Картофаном занимается. Так, Гена, ты должен не картофаном заниматься. Вот твоя задача сейчас вот эту хрень уничтожить. Ну попади, ну попади, ну Гена. Так, что случилось? Че рвануло? А, ну, стол, я думаю, потушит. Нет, не выстрелив нашего Гена. Гена. Так, Гену мне дайте. Уничтожь. Слава богу. Так, кто у нас тут еще? Вон белка, еще одна белка. Смертельная боль. А че его не лечат? Иммунитет 73. А, все окей. Кто-то лечить его пойдет, ребят? Так, Бет. Раздеть. Плохая идея. Раздеть. А, его пока не надо лечить, все нормально. Просто мы можем не успеть, у него уже экстремальное заболевание, типа, ну, посмотрим. Так, ладно, фиг с ним. Вот эту белку давай. Хорош. Так, белку собираем. Где эта вторая делась? Куда полезла? Ну, стоям бы. Забираем. Гена молодец сегодня. И вот хрень. Давай, иди сюда. Воп. Хорош, Гена, ты сегодня вот на славу прям поработал. Все, их разделают, получим мяско, получим кожу. Далее. Так, мы этого, надеюсь, успеем вылечить. У него уже экстремальное заражение, но осталось 19% до полного иммунитета. И он сможет выздороветь. Так, хорошо, смотрим по скульптурам. Малая скульптура, еще мы можем сделать из золота, из стали, из пластали, из бревен даже можно. У нас, кстати, бревен, по-моему, до хрена. Да, 400, поэтому я думаю... Давайте посмотрим вообще, сколько надо. 70 ингредиентов. Давайте попробуем сделать... Так, убрать все и сделаем из бревен. Одну штучку. Чисто на продажу, на проверку. Так, а тут вернем... Нет, это нам не интересно. Одежда, бодяр, мусор, трупы. Предметы, по-моему. Неоконченные искусства. Ага, то есть они тут могут находиться. Все, отлично. Так, Федончик, ты как? 83%. Так, его нужно подлечить, ребятки. Вот, не вылечено. Кто у нас там самый крутой? Генка. Генка, спасай. Немедленно лечить, давай. Брык-брык-брык-брык. Медикаменты в руки. Лечить Федона. Возможно, мы успеем его вылечить. Так, 87% иммунитет, 88%. 89%, да, я думаю, успеем. Но если он сейчас не откинется. Если он сейчас не откинется. Давайте понаблюдаем. 93, 94. А кровопотеря, что, она никак не уйдет? Или это из-за заражения? А, нет, она уходит, все нормально. 98. 99. Федон, живи. Выработан иммунитет. Отлично. Теперь заражение должно сходить. Кровопотеря сейчас уйдет. Но его нужно продолжать лечить. Да, все окей, все окей. Он не сдохнет. Это уже хорошо. Так, кто у нас там занимается? Шахтер занимается? Интересно.
Так, похавки у нас что? Похавки у нас нужно делать. Давайте сделать бесконечно пока что. Так, тут же я указал, да, чтобы не использовать человечинку. Мясное, плоть человека, все, отлично. Так, у нас Бен вроде бы... А где, кстати, Бен делся? Бен. Бен у нас, по-моему, кстати, повар неплохой. Давайте посмотрим. Персонаж... Нет, это не Бен, значит. Это, наверное, Федон. Это, наверное, Федон. Да, у него кулинария 10. Ну, ладно, Федон у нас пока... неработоспособный. Так, ой, у нас давненько не было посетителей. Кто у нас здесь? Понятно. Не от этого мира люди. Ну-ка, можно узнать, сколько? Работы осталось 92. О, так довольно быстро. За сегодня можно даже доделать. Если не полениться. Нет, не доделает. Бездельничает. Так, ну мы насобирали нехило железо. Собственно, с их осадной этой базы. Он даже еще доносит кусочки. Пока нам хватит. Боже, у нас такой перечень ресурсов, оно же забивает нам сведения, которые внизу даются. Ну, а что поделать? Так. Гена, ты у нас работаешь над... исследование? Боже, Гена, да ты универсален просто. Ладно, ты тогда у нас не будешь заниматься майнингом и гровингом. Хотя нет, лучше занимайся, потому что... мы знаем, что бывает. Так, починка. Давайте ты тоже будешь гровингом заниматься. Конструктингом, охотой. Правда, я не знаю, ты же у нас убогий. Ты, может, и хотел заниматься? Где ты? Но у тебя... А, ну, три. Три. Ладно, я тебе даже что-то дам. Так, давайте посмотрим, как у нас там дела обстоят. Драчун и Гена у нас самые такие жесткие. Так, псих. Возьми сразу. Так, ну, в принципе, база уже как-никак сформирована. Так, это у нас раз, два, три... 4, 5. 5 человек. И этого, если завербуем, будет шестым. Можно уже начинать строить второй жилой комплекс, скажем так. Так, и вот оно, собственно, утро. Не завербован. 2%. Ну, его, наверное, продадим. Нахрен он нужен, если такой нехороший. Ой-ой-ой, я забыл сделать одну вещицу. Я забыл вернуть расписание ему. Точненько. И всем остальным его выставить. Вот так. Совсем другое дело. Так, шахтер жарит. А кто пойдет делать скульптуру? Тут 37 осталось. Это же, блин, а? Никто не хочет делать скульптуру. А кто у нас на арт стоит? Бен, кстати, на арте стоит. Произведение искусства. А чем он занят, Бен, где ты? Ага, он гровингом занят. Ну, не самый худший вариант. Так, аборигенчики ушли наши. А теперь ты что хочешь делать? Собирать к Сергею. Ладно, Бен, мы тебя от этого освободим. Чтоб ты вообще не напрягался. Можешь сделать скульптуру. Куда он пошел? Интересно, что я должен ему поставить, чтобы он начал работать? Бен, арт стоит, крафт стоит. Или он не может доделать чужую работу? Интересно, давайте проверим. Хм. Допустим, требуется 70 ингредиентов. Минимальные навыки вообще никакие не нужны. Ну так в чем проблема? А ну-ка. Ладно, давайте у шахтера тогда отменим. Где она? Готовку.
Вот, на 4. Доделаю же несчастную эту скульптуру. Я же хочу узнать, сколько они хоть стоят. Может, есть смысл над ними работать? Так, 0. Где она? Вот это она, да? Малая скульптура из дерева. Искусство. Ой, красота, лепота, все дела. Объем работы, рыночная стоимость 100 бачей. 100 бачей за 70 единиц дерева. Ну и прилично потраченное время. Даже не знаю, стоит ли оно того. Давайте попробуем сделать маленькую из... каменные блоки из блоков сланца. Нужно тоже 70 блоков. Одну единицу. Сланца у нас 270. Проверим, просто проверим. Интереса ради. На самом деле это огромная работа. Это сначала сланец переработать в кирпичики, кирпичики переработать уже непосредственно в скульптуру. Посмотрим, что мы можем придумать. Опять, ну что ж ты прям не поддаешься? Вообще ни в какую. Он даже уже заражение почти переболел. Ладно. Пока его помучаем, если не поддастся, то нам ничего не остается, как его продать. Потому что так он нам нахрен не нужен. Даже за даром. Бесполезен он, только еду жрет. Скотина такая. Так, Бен взялся. 1700. Бен, да ты всю жизнь потратишь на это. Хотя, в принципе, что ему делать? Он же бездельник. Так, возвращаем тогда шахтеров, строй, кулинаров, поваров. Чтоб она там не унывала. Так, наконец-то мы собрали медицину. 48. Отличненько. Так, мясо у нас обычного, еще дохренище. Это исключительно радует. Боже, бедный Бен. 1600. Ну, нормально, это почти количество дней, сколько он будет над этим мучиться. Кстати, да, Бену ж надо оружие, по-моему, дать. Он же у нас именуется охотником. Бен. Где он делся? А, жрать. Бен пожрал, Бен берет пистолет, все. Хорошо. Завербовать опять не удалось. Так, Йенка. Йенка, так, мышка. Не слушается скотина. Так, никого у нас здесь нет. Ясно. Вопросов больше не имею. Снаряды портятся, что? Это они... Не совсем я что-то понял. Ладненько. А Кена что-то у нас до хрена не спит. Вот у него это в характеристиках. Любит жаруну, дис, переноска. Странненько. Ладно. Мы, в принципе, ждем оптовика 100%, потому что нам и человечинку продать надо. Так, кто у нас тут с ума сошел? Ну давай, беги. Я в тебя верю. Давай, 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 давай. Бежи, бежи. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Боже, тебя же надырявили как только можно. Как ты еще живой. Так, ладно, сейчас еще поломает нам туры. А это 150 стали, поэтому я на подъем. А, извини, Гена, можешь отдыхать дальше. Укокошили животное. Че все такие ленивые? А, все, я понял. Это у нас за то, что бойня была, у нас время нельзя ускорить. Пип-пип. Опять не завербовали, ну. В плену замкнутая вообще хочет есть. Ну, вообще круто. То есть, в принципе, условия у него отличные. Но он просто невербуемый. Он психически стойкий очень. Ой-ой-ой-ой, опять ветрюганы, молнии. Что же делать? Так, кучу всего продать. Так, Бен, как дела? Ничего себе. Бен прям вовсю работает. Так, вещи мы сделали, вещи мы продали, да? Сейчас, кстати, интереса ради. Вот давайте, допустим, возьмем... Какой у нас там самое... Кожа альфа-бобра. Вот она, да? Его стоимость рыночная 3,50 за одну штуку. Теперь мы возьмем, заделаем
Ну, давайте, к примеру, футболочку. Сделать ее именно... Убрать все. Из кожи альфа-бобра. Поехали. Посмотрим, сколько будет стоить эта футболочка. 70 единиц, или сколько там надо? Что-то я переборщил 70. Нужно 50. 50 это в районе... 25 плюс 150, 175 долларов рыночная номинальная цена. Это если мы просто сам ресурс бы брали. 175. Значит, эта кофточка должна стоить как минимум больше. Так, положь. А кофточка у нас стоит номинально 116. Вопрос. Нахрена нам надо эта кофточка? Поэтому не будем мы с этим заморачиваться. Так, животные к нам не поприходили тут? Нет, все замечательно. Нам вообще в идеале надо вот эти все деревья срубить к чертям собачьим. Копать, срезать, собрать, срубить. Вот, вот это все срубить, чтобы приходящий к нам враг не отстреливался за ними. Они могут использовать как заграждение, как баррикадки. Это нам не надо. Так, давайте тут поменяем двери. Это мы разберем. Это у нас автодверь, хорошо. Это все автодвери. Вот это еще надо поменять. Так, только это надо будет быстренько сделать. Потому что у нас же температурные режимы везде, ёпарисоте. Так, отсюда мы это должны унести. Предметы искусства. Нахрен. Искусство вот здесь все должно быть. Хотя, в принципе, какая нам разница? Давайте искусство оставляем. Просто мы тут поставим еще один маяк. Вот так вот. Отлично. Так, что горит? Пока не видно. А, ну ладно, потуши, так и быть. Так, смотрим. Смотрим. Так, и вот это нам тоже здесь не надо. Так, склад, оружие, дальнего боя, гранаты, нахрен. Они нам здесь просто не нужны. Все, с этим разобрались. Ой-ой, как дождь подлагивать заставляет. Да? Так, это они разобрали, поэтому мы теперь автодверь. Сюда, сюда. Вот это тоже разбирайте. Так, Федончик все никак не поддается, скотина, а? Так, и здесь точно такую же радость делаем. Все, с дверьми мы разобрались. Прочные, мощные двери у нас. Так, дерево сейчас ребятки еще нарубят. Может, кстати, склад весь уложим паркетом. Так, что уже случилось? Ага, прошло, отлично. Так, носит огнестрельное оружие. А, вот в чем дело. Он сам по себе не любит огнестрельное оружие. А, ладненько, так, 10 урона. 7 урона. Давай, где ты там? Стоп, вот еще. 16, вот, отлично. Драчун, забирай вот эту штуку. Ты тогда у нас не будешь экипироваться как солдат. Увы, не котируешься ты. Так, а вот псих будет солдатом. Псих будет солдатом. Поехали. Так, Бен продолжает кропотливо работая над этим всем делом. Так, а за счет большого количества древесины мы застелим, наверное, все-таки паркет, да. Так, только вот не знаю, склад застелять, не застелять. На склад вообще всегда наплевать, типа, то есть есть там паркет, нет паркета. А вот здесь, я думаю, стоит проложить все-таки, чтобы было красивенько, уютненько. Так, у нас, кстати, ресерч почти закончен. А как быстренько, а как бум-бум-бум-бум-бум. По Шурику просто. Ресурсы раскидали и пошли спать. Вот сволочь. Так, Федончик, ты меня начинаешь бесить. Ты стоишь 600 бачей, понимаешь? Я могу тебя впарить. Правда, мы немного огорчаться, но ненадолго.
Посмотрим, Федончик, что мы с тобой делать будем. У меня на тебя были такие надежды, а ты предал меня, падла. Так, кораблей никаких нет, я так понял, да? Да, никого нет. Хреновенько. Что-то про нас забыли, походу. Не хотят к нам летать. Давайте доделайте паркет хоть, бездельники. Так, ингредиенты есть? Тут бесконечно стоит, да? Да, бесконечно, все отлично. Так, хорошо. Ой, как они это круто делают быстро. Молодцы, ребятки. Так, теперь Геннадий решил картофанчик собрать. Так, вот эти муфалы. Ну, у нас пока все нормально с едой, поэтому мы их трогать не будем. Пусть живут. О, шанс 5%. Уже хорошо. Уже лучше. Я слыхал, что люди с 1% вербовали. Так что 5 это очень даже мощно. Так, давайте думаем, думаем, думаем. Так, это мини-складик. Пусть так и будет мини-складиком. Че, устал Бенчик, да? Я тоже устал. Так, исследование завершено. Давайте пошивку ковров, наверное, сделаем. Кораблестроение, ресинтез еды. Это нам точно не на электроплавка. Геотермальная энергия, больничные койки. Блин, нам и больничные койки, и ковры надо. Ладно, давайте ковры сначала. Сначала сделаем ковры. Так, по энергии у нас как? Хватает на ночь? Вообще. Или пора достраивать. Так, все, Бен окончательно устал. Это он только треть работы сделал. Так, все, хорошо. Сюда мы закинем коврики, и все будет замечательно и красивенько. Так, вот эту хрень, пожалуй, тоже уберем. Что она тут вдруг выросла? Давайте попробуйте еще раз, Федончик. Давай, вербуйся, вербуйся. 2%. Ну что ты будешь делать, ну? Так, те рубят деревья. Мы, кстати, и древесину можем продавать. Воу-воу-воу-воу-воу, ребятки. Ну, так же нельзя. Ну чего вы сюда приперлись? Теперь мне придется вас убить. Так, ладно, Генка. Давай уничтожаем, потому что они нам сейчас все пожрут. Жизни нормальной не дадут. Так, ты первый. Так, только он будет сагриться, об этом нельзя забывать. Так, этот сагрился, что ли? Нет. Добивай. Генка меткий стал. Или эта цель просто огромная? Так, они ушли. Так, где тут битый? Давай его уже добьем. Хорош, подойди ближе. Еда, да ладно. Че они прибежали опять, ну? Так, того унесли уже, что ли? А, его уже разделали. Охренеть. 158 мяса с одного? Нехиленько так. Так, давай вот сюда. Вот этого. Ой, турелька согрела его. Какой-то муфало оттачит. Нет, не оттачит. Все нормально. Все хорошо. Так, ладно, Геннадий, идите отдыхать. Вы уже свое сделали. Так, 228. 308. А, да, нам с такими успехами пора склад расширять. Давайте тогда что-то придумаем. Так, стена и солнце. Делаем вот так. И вот так. И тогда мы здесь уже расширим. Немножечко. Кто к нам опять? Purple Rock People. Неинтересно, господа, неинтересно.
Веночек, я понимаю, что ты себя замечательно сейчас чувствуешь. Но ты давай, вербуйся уже. Вербуйся, падла. Так, это у нас... О, так что мы бездельничаем? Минус. Сложили? Отлично. Турель — летающая вещь. Еще одного сложили. Покоцали. Так, все, турельку угомоните. Так, Гена, вставай. Гена, на. Я же сказал, угомонись. Ты че? Отмени цель. Все. Так, Гена. Где Гена делся? Гена? Геннадий у нас идет чистить кровь. Нет, Геннадий, неверно. Вы должны убивать. Добей. Хорош. Спасти Муфала. А интересно, если мы его сейчас спасем, как это будет вообще выглядеть? Давайте проверим. А, у нас нет кроватей. Для колонистов что? В общем, я понял. Тихо. Боже, какие же они крепкие, а? Вот ходили бы себе внешне, никто бы вас не трогал. Так нет же. Надо припереться, ну. Так, у нас там реально сейчас будет просто охренеть сколько мяса. Гена, ты всех размотал? Гена, да ты опасность. Так, сейчас да, сейчас у нас забьется склад. Сейчас у нас забьется склад. Так, давайте пока что возьмем, расколупаем. Здесь стены, здесь. Вот так. Вот тут один столбик оставим. Вот так и вот так. Сделаем такой себе складик. Давайте, ребятки, сколько можно храпеть? В общем, смотри, Федончик, ты либо рекрутся, либо следующий пиратский корабль, и ты вместе с ними улетаешь. Ну, тебя нафиг содержать. Так, у нас хреново туча мяса, у нас 500 растительной еды. То есть, в принципе, можем наготовить ого-го-го-го сколько. Так, Генка встал. Все, похавали и давайте долбить. Супер активно долбить. Так, Бен, у тебя там еще работы валом. Два процента и опять мимо. Ну, жди корабль, жди корабль. Так, давайте сразу расширять зону. Зону склада. Чтоб никуда не уносили там. Так, хорошо. Расширяем полностью зону. Вот так. И проверяем, как радар становится. Радар отлично становится, поэтому вот тут где-то у нас радарчик. Разбираем к чертям. Ставим новый. Вот так на всю кухню. Отлично. Так, это дело выносим. Все, хорошо. Теперь можно не переживать по поводу переполнения, собственно. Все с этим у нас хорошо. 5 шансов был и не вышло. Не вышло. Так, Генка поубирал. Генка вообще универсальный, блин, человек. Совсем справится. Осталось. Ну, в принципе, вот так, ребятки. Ну что, сделаем небольшую паузу с вами. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Если же это видео понравилось, не забывайте подписаться на канал. А мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Удачи!